Привет, ребята! Начинаю свой второй день влогов. Сейчас я хотела вам что-то сказать и забыла. Ну, память девичья. Вот. Сегодня у нас уже вторник, завтра среда. Макси, улыбака такая, улыбака. Да. Мама. Скажи, мама. Мама. Эй, мама, скажи, колыбака. Колыбака, колыбака. Вот, сегодня решила сделать себе косичку. Давно не делала, кстати. Так, это называется воровство. Ворует мне мышку. Сейчас попробую подать на снова на партнерку. Просто чтобы ее снова подключили, может быть, получится. Если нет, то на другую партнерку подам. Короче, партнерка у меня AR. Вот. Лука, Лука, Лука. Да. Сейчас буду укладывать Максика спать. Сегодня у меня он встал в 8 утра. Все, пошла его укладывать. Попозже, наверное, пойду. Буду редактировать вчерашний влог. Это сейчас пойдем супчик кушать, да, сына? Проснулся что-то, начал хныкать. Не выспался, наверное. Похныкал, вон, наверное, уже бабушка с дедушкой идут. Пришла на кухню, сейчас буду обедать макароны с сыром. Ну, я думаю, что некоторые так любят, особенно вот... Что-то просто выображает. Вот, а потом буду Максика супчиком кормить. Максик, сына. Ой, надо разобрать посудомойку, которую родители не разбирают. Да, скажи, сына. Ну вот, я буду с голландских таким вот сыном. Сына, кухня, кухня. Сейчас проверим. Красная цена из пятерочки. Вот что у меня получилось. Вот макарон с сыром. Пластика суп. Максик покормила супчиком, он почти все съел. Он просто еще ел до этого молоко. Вот. Он утром хорошо поел у меня кашу. Я сейчас кушаю макароны. Макароны сами по себе вообще невкусные. Сорт, наверное, такой. Макарон, гадость. Ну, есть надо. Молоко, чтобы было. Поэтому все, кто кушает, всем приятного аппетита, кстати. Только что все уже пообедали. Максика переодела. Чистый памперс одела ему. Пытается закарабкаться. Кошмар. Мама, короче, оказывается, вчера нечаянно наткнулась на мое видео. И она узнает, что я ей подарю на 8 марта. Представьте, какой... Вообще, когда к ней приятно получилось. Я не думала, что она будет смотреть. Наткнется. Только почему-то она сказала, что в одноклассниках. Хотя в одноклассники я не выкладываю видео.
Вот, сейчас Максик немножко, через минут 40 уже будет второй раз спать. Вот, пришли родители, поводились с Максиком. Ну, мама пора с работы ехала и заехала. Вот. Я что-то так спать хочу, но я не буду ложиться спать, потому что смысла нет. Максик потом, видимо, костыль этот достал. Вроде висел, а почему-то он опять... Как он его достал, я не понимаю. Сейчас мама рассказывала, короче, про Ашан, что у нас... Ну, не знаю, может быть, во всех городах, что сейчас стали обманывать в чеки. То есть покупаешь по одной цене, в чеки пробивают по другой, делают больше. То есть посмотрим, мы завтра собираемся как раз в Ашан. Надеюсь, что будем, потом будем все смотреть по чеку. Все, наверное, будем записывать, не знаю, в блокноте, что ли. С собой брать блокнот, проверим, кстати, возможно. Или снимать будем. Все будем снимать по чекам. Да, кстати, хорошая идея. Все равно я завтра возьму вас с собой. Вот. Я что-то хотела еще рассказать и забыла. А, вот, хочу одну штучку показать вам. Очень полезная штука. И думаю, что молодым мамочкам обязательно она пригодится. И как бы раньше, ну, мы не понимали, какие пользуются, а теперь понимаем. И сейчас вам покажу эту штучку. Думаю, что многие знают, но все равно на будущее мамочкам молодым очень будет полезно сейчас. Вот. Отревин бэби. Ну, конечно, он дороговат. Вот. С тремя насадками. Насадки выглядят вот так. Вот. Извиняюсь за подробность. Для высасывания сопелек, короче. Вот. Я, то есть, вот когда у ребенка насморк, у маленького, очень удобно, потому что он же не умеет высмаркиваться еще, то вообще классная штука. Для начала нужно будет, конечно, промыть ему. Вот, Aquamariz Baby с 3 месяцев, очень даже, кстати, полезно, у кого совсем маленькие детишки, вот, кого только с 3 месяцев. Он сидит. Уже не видно его там. Вон костыль летает. А... Привет! Привет! Решила привести ногти в порядок. Сейчас сижу, делаю ногти. Потом покажу результат. Первый танцы. Ой, все, ребят, мы помыли Максика. Кстати, хотела показать. Вот. Короче, покажу вам завтра результат своих ногтей. Я сегодня обработала их этими щипчиками. У заусенца убрала. Завтра буду красить. А, и завтра, наверное, еще куплю себе лак для ногтей. Завтра поедем в Ашан, вы знаете. А, вот. Что еще хотела сказать? Хотела сказать спасибо, что вы меня смотрели, смотрите, комментируете, что подписались. Спасибо огромное. Поэтому будем сейчас укладывать. Буду Максик, у нас время уже 10:30. Я уже сама хочу спать, поэтому... Спасибо, спасибо, спасибо еще раз. Всем, всем, всем пока.